Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим автомобильный видеорегистратор от компании Globex, модель GE112. Поставляется он в фирменной упаковке. Внутри у нас находится инструкция, вернее даже памятка. Вот правила поведения при ДТП. Далее видеорегистратор, довольно-таки увесистый, полностью корпус металлический. Единственное, что только рамка задняя из пластика, полностью так идет металл. Сзади 3-дюймовый дисплей, по бокам кнопки управления и слот под карту памяти microSD до 32 гигабайт поддерживается. Угол обзора 120 градусов, здесь также динамик имеется. Микрофон и кнопочка Reset. В верхней части у нас мини-HDMI, разъем мини-USB и также разъем для установки крепления. Вот по аксессуарам. У нас крепление на присоске с поворотным шарниром. Зарядное на 2 USB выхода. Прикуриватель на 2,1 ампер и на 1 ампер. Вот, ну и также кабель питания, также мини-USB с одной стороны, USB с другой. Гарантийный талон и небольшая, но подробная инструкция. Вот. Сейчас мы видеорегистратор подключим на питание и пройдемся по его меню. Так, видеорегистратор мы подключили на питание. В данном регистраторе используются два режима. Это режим видео, также режим фото есть. Ну и можно просмотреть уже записанные файлы. По меню. Первый пункт меню — это разрешение. Максимальное разрешение Full HD, минимальное VGA. Далее циклическая запись у нас может быть выключена 1, 2 или 3 минуты установлено. Далее настройка экспозиции, включение-выключение микрофона, настройка включение-выключение режима VDR, датчик движения, штамп даты и время и настройка датчика удара. На следующем пункте меню настройка даты и времени, таймер выключения, то есть автовыключение, настройки звука кнопок, выбор языка, режим ТВ, настройка частоты, автовыключение экрана, настройка номерного знака, форматирование SD-карты, сброс настроек до заводских и версия программного обеспечения. Вот такой вот видеорегистратор. При покупке на него распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.